Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 12 April 2022 mengatakan bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina sampai tujuannya terpenuhi. Что касается самого хода операции. И я часто слышу вопросы, а вот можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача выполнить, достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. Вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции.